на первом заседании в приоритетном порядке. Соглашение об упрощении визового режима с ЕС парламентарии ратифицируют в начале весенней сессии. Об этом сегодня заявил председатель постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных. Вопрос рассмотрят 2-3 апреля. Белорусские парламентарии призывают коллег в Европейском парламенте также придать процессу необратимый характер. Мы убеждены, что данное соглашение будет способствовать облегчению поездок граждан, развитию международных, в том числе туристических контактов, а также укреплению атмосферы доверия и взаимопонимания между нашими народами. Визовое соглашение может вступить в силу уже в июне. Сократится срок принятия решений по выдаче виз до 10 дней. Также снизится сбор до 35 евро. Срок действия многократных виз также будет увеличен. Кроме того, станет больше оснований для выдачи бесплатного шенгена.